Уважаемые жители Красноармейска, в эти праздничные дни вы отмечаете знаковую дату – 140 лет со дня основания любимого города. Эта весомая веха в истории возвращает нас в прошлое и одновременно заставляет задуматься о будущем. Каким оно будет? Какой вектор развития выберет Красноармейская громада? Какие добрые дела она поставит во главу угла? Я знаю, у Красноармейска есть огромный потенциал для развития. И он заключен прежде всего в людях, которые сегодня наполняют город жизнью, растят детей, трудятся, чтобы обеспечить достаток собственных семей. Именно жители открывают для своего города дорогу в лучшее будущее. От имени димитровчан и от себя лично я искренне поздравляю всех жителей Красноармейска с юбилейным днем рождения. Желаю прежде всего гордости за свой город. Пусть он день ото дня становится все более красивым, уютным, благоустроенным. А в каждой семье царят мир, счастье, любовь и достаток. С праздником, громада Красноармейска! С юбилеем!